Добрый день, это межгалактическая передача «Свежие лица» и ее самый актуальный и самый быстрый ведущий Кометыч. А сегодня мы берем интервью у маститого папилота, который был в кругогалактическом путешествии в свой отпуск. Приветствуем Бестот Дизварпович! Здрасте! Бестот Дизварпович, что вы делаете? Что? А, буст накатываю. Я всегда должен быть готов. К чему? Как к чему? К ПВП? Зовите меня Дон Бестот Дизварпич Оманческий. А это мой верный помощник, грузовичок Буцы Фау. Бестот Дизварпович, практически каждый телезритель хочет узнать, как давно вы в ПВП. А? То? Я? А, ну да-да-да-да. Знаете, я в ПВП давно. Да, давно. Так давно, что и не помню. Вообще, я как начал бусты принимать, так и ПВП началось. Знаете, куролесить после бустов хотелось. Так хотелось, вот и пошло и поехало. Скажите, вот вы принимаете бусты, а они как-нибудь сказываются на вас? Бусты-то? Нет, что вы говорите. Ну, бывают пару побочек. Ну, память начала шалить, а так я огурцом. А вообще без бустов и армор не тот, и агилы вечно не хватает. Я уж молчу про дизу или скрамбл. Так что бусты всему ПВП голова. Скажите, вы всегда ПВПшите соло? И так ли это на самом деле? Конечно. Только соло и только хардкор. Я никогда не позволяю другим помогать мне. Так что даже... Если какие помощники прилетают, то после основной цели я их тоже убиваю, ну чтобы не терять имидж второго ПВП-пилота и показать, что я за честное соло ПВП. Вот вопросик от редакции. Нам стало известно, что есть сектора, где вас жестко от ПВПшили, и в связи с этим вы туда больше не соплом. Что вы на это скажете? Или это ложная информация? Нет, ну что вы, голубчик. Я как истинный ПВП-пилот летаю там, где хочу, и такого никогда не было. Нет-нет-нет, не было. Еще один вопросик от наших телезрителей. Скажите, а были ли у вас договорные бои, ну те, в которых вы заведомо должны были выиграть по причине слива боя противникам? Нет, я только за честное ПВП. Да-да-да, определенно. И кто бы что ни говорил, это чистое совпадение, что частенько противники ко мне подворачивают на говношипах по одному. Я что, виноват, что они как лемминги летят помирать? Слушайте-ка, голубчик, я смотрю, вы мне задаете такие провокационные вопросы. Давайте сменим тему. Да-да-да, сменим. Давайте, давайте. Хорошо-хорошо. Как нам стало известно, вы были в кругогалактическом отпуске. Поделитесь-ка своими впечатлениями. О, это было шикарно. Столько впечатлений, столько впечатлений. Знаете, я так отдохнул, так расслабился. Это же вообще шикарно. У меня и фото есть. Хотите посмотреть? Да-да, конечно. Вот тут я знакомился с местными крабами. Это я заглянул немножечко к тестам. Как всегда, пролетел мимо дрон-регов. Совершенно случайно. Да, и вообще, такое ПВП было, столько ПВП. Ох, как я оттянулся, я их прям и так, и сяк, вообще прям. Крабы, они такие крабы, залетаешь к ним, они такие сочные, все такие крабы, 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 крабы. Их нагибаешь, нагибаешь, нагибаешь. Они вообще ничего не делают, нет-нет-нет, вообще ничего. Прям такие пусечки-душечки. Ух, как я поразвлекся. Бестот Дизварпович, кого вы ищете? Ко мне. Как кого? Грузовичок свой ищу. Бусты закончились. А запас у него, да, у него. Из-за бустов вообще не вариант, не вариант, не вариант. Так а где он? Где-где? В инвизе, на низкой скорости где-то летает. Звать его надо, глухенько он у меня. Контузило его, а без бустов побочки ломят. Ладно, я полетел искать. Ну а с вами был Кометыч. До следующих выпусков. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жмите колокол, чтобы не пропустить новое видео. А всем до скорой встречи. Пока-пока.